Вот, друзья, короче, у меня новая работа. Работаю на траке. Сегодня начинается первый день стажировки. Ее будет где-то неделя. В общем, буду держать вас в курсе. Погнали стажироваться. Привет, ребята. Ебать, бля. Вот это да. Ну какое солнце, офигеть можно. Ребята, начинается новый день. Сейчас нам надо проехать 600 миль. Офигеть можно. В общем, вчера выехали из Лос-Анджелеса. Дорога была, выезд не очень простой, там долго рассказывал. Сейчас остановились где-то посредине трассы. Поспали уже, часов 12 уснули, короче, сил не было ехать. И остановились поспать. Дорога от Лос-Анджелеса, ребята, за Лас-Вегас туда заходит вообще офигенно. Я такой никогда не видел. Красивая прям. Вчера целый день ехал, такой с открытым ртом там смотрел. Ребята, пойдем, вам покажу мой первый косяк. Блин, так расстроился. Ребята, продолжаем наш путь. У нас был трип 1100 с чем-то миль. Нам осталось ехать 3,5 часа. В принципе, не устали, машина идет хорошо, трасса хорошая, ребята, вот от самого Лос-Анджелеса выехали, и сколько мы едем, везде хорошая дорога, нету там ям, ухабов, разбитой дороги, все хорошо, едешь, прям наслаждаешься дорогой, очень классно в этом плане. Ну и сама дорога, ребята, это такая красотища, просто Невада, Юта, это взрыв башки, я не знаю, это одна из самых красивых дорог, которые я юзал когда-либо, по которой я ездил. Вообще, мне очень понравилось. Ребята, будете в Америке, обязательно по этой дороге съездите, в Гранд Каньон заедьте. Мы его чуть-чуть только зацепили, кусочек, но я уже хочу туда вернуться, поехать, посмотреть весь его объем, потому что он реально, даже если я кусочек увидел, мне понравилось, то, блин, если я весь его увижу, товарищ мой видео говорит, просто тоже улет башки. В общем, ребят, сейчас проезжаем штат Вайоминг, держим путь дальше в Колорадо. Ехать уже недолго, сейчас заправимся и погнали дальше. Я стою на заправке, ветер просто, вот так на него можно лечь, деревья. Пока стоим, надо сделать осмотр, ребята, все ли тут у нас хорошо закреплено. Ничего не отцепилось ли. Смотрите, какой ройс классный. Вообще. Отреставрировать, и будет пушка.
Сейчас забираем вот такого красавчика. У нас называется он Volkswagen Terramon, а здесь он называется Volkswagen Atlas. Смотрите. У него, по-моему, задница чуть-чуть другая, чем у Terramon. Друзья, ебашим, короче, бояра. Давайте, за ваше здоровье. Говорят, она на 5 часов спать, короче, тебе не позволит. Ничего так вкусненько. I feel good, на-на-на-на. Смотрите, все подушки встрельнули для ног, боковые, руль. Морды нету у машины вообще. И при всем этом, смотрите, ребята, сейчас офигеете. Она заводится, представляете? Смотрите, морды, короче, нету вообще у машины. Радиаторы, все там замято. Но ничего не потекло, смотрите. Радиаторы, дырка, туда все ушло. Фары разбитые, но светятся. И при всем этом машина заводится. Вот такой вот у нас завтрак дальнобойщика, вернее у меня сникерс, бананы, клубничка. Друзья, вот уже четвертый день, как я кольшу по Америке, и есть у меня что вам рассказать про эту страну. Страна очень красивая, все убрано, все чистенько, травка везде подстрижена, даже в лесу люди, где живут в прилесной такой зоне. Вот так вот все далеко-далеко, куда взгляд смотрит, везде трава выкошена, кустов нету, только деревья стоят, все настолько красиво смотрится, просто офигенно. Два штата, Невада, Юта, мне вообще запали в сердце, я туда еще обязательно вернусь. Природа просто, ребят, вам словами не передать, особенно на закате, едешь по дороге, и такие цвета, такие оттенки, я никогда такого не видел. Просто неземные какие-то пейзажи, эти скалы такие, не знаю, какие-то марсианские пейзажи. Мне очень-очень понравилось, и я прям ехал, у меня аж мурашки по коже от увиденного были. Настолько это круто смотрится, реально. В общем, если вы будете в Америке, обязательно съездите в Неваду на Гранд Каньон. Когда я ехал, я зацепил кусочек Гранд Каньона. Это не самое лучшее его было место, и то меня оно очень впечатлило. В общем, на Гранд Каньон обязательно еще съезжу, посмотрю. Говорят, просто улет башки это место. Ну и Юта. Юта — это скалистые такие, скалистая горная природа, очень необычная. Блин, ну это надо видеть, я вам не знаю, как это объяснить. В Юте видел штук, наверное, 5 торнадо, они вдалеке такие были. Небольшие, правда, но ты едешь, он такой раз и стоп, короче, крутится там. Бах, смотришь, в другой стороне еще один, прям, ну, их очень много. И штат, хоть и не считается он торнадным, но очень много. Видел песчаную бурю, в общем, впечатление у меня море, ребята, и мне, скажу, все нравится. Я прям с удовольствием путешествую, поглощаю километры за километрами, потому что все интересно смотреть. Люди отличные, всегда готовы тебе помочь советом, там, чем угодно. Дороги, сколько я проехал, уже, наверное, 1003 миль, может, даже больше. Везде хорошие, ни ям, ничего нету, ты едешь и наслаждаешься от дороги. Дороги бетонные, и они не разрушаются, ребята, они реально из какого-то бетона сделаны, что, ну, они их даже не ремонтируют, они постоянно 60 лет эти дороги работают и работают, и проблем с ними нету, качество дорог отменное. Смотрите, сколько солнечных батарей. На дорогах нету камер.
реально нету камеры, от этого кайфово очень ехать, ты не напрягаешься постоянно на тормоз, там не жмешь. Скорость везде стабильная, то есть здесь нету ни пересечений на трассах. Ты как нажал на газ, выставил скорость там 65-70 миль в час, и ты летишь, ты ее даже не сбавляешь, эту скорость. Расстояние от этого поглощается очень быстро. То есть мы проехали за один день 1200 миль мы проехали за один полный день. То есть мы утром выехали, вечером мы уже 1200 миль преодолели. Расстояние поглощается здесь очень легко. На дорогах, что бросилось в глаза, много полиции, но она не стоит, она тебя не останавливает, она просто баражирует по трассам и хлопает на скорость. На скорость, там какое-то, может, у тебя неаккуратное вождение, есть подозрение, там, что ты, может быть, нетрезвый, тогда тебя, скорее всего, полицейский догонит и, скорее всего, остановит. У меня был случай, когда я прозевал поворот и резко ушел с левой полосы в правую, свернул на эстакаду. И за мной раз полицейский увязался, такой прям на хвост сел и едет такой за мной, едет, видимо, пробил номера, пробил все, смотрит, я поворотники включаю, все, и отстал, даже не стал останавливать. Мне бросился в глаза, в Америке очень высокая интеграция города в природу, то есть, допустим, по Денверу ты едешь, перед тобой там трамвайный мост через дорогу переходит, проезжает трамвай под этим мостом, луга, там пасутся коровы, овечки, и все это в черте города. Настолько круто смотрится, что ты просто не понимаешь. У нас вот эти эстакадные места, они пустуют, огорожены, ничего там нету, а здесь каждый клочок земли используется с очень высокой эффективностью, так сказать. В общем, ребят, Штаты, блин, вообще офигенная страна, очень-очень мне нравится. Следующий момент, ребят, который мне бросился в глаза, это то, что на обочине очень много дохлых оленей сбитых валяется. Я уже проехал, наверное, 7 штатов и встретил 50 где-то, не меньше, сбитых животных. Ни одного животного живого не видел, только сбитых. Уже начал остерегаться, что передо мной будут выскакивать эти олени и как бы их не сбить. То есть здесь фуры ходят, у них стоит огромный кенгурятник на морде, который защищает их от лосей, от оленей. И в Штатах это очень большая проблема, потому что природа здесь, в черте города даже, ходят олени, ходят еноты, ходят скунсы, и все это в черте города. То есть люди ценят природу и любят ее. И относятся с уважением. Кто следит в Ютубе за тракерами, наверное, знает, чей это трак. Напишите в комментариях, знаете, нет? Сейчас находимся, ребята, на Манхейме. Это большой аукцион целых машин. Ну, чуть-чуть биты тоже продают. В общем, ты когда ездишь здесь, вернее, заходишь на эту территорию, можешь взять любую машину, какую хочешь, и поехать на ней, найти свою, которая тебе необходима. Смотри, какая офигенная тачка вообще. Я знаю, что машина говно, бля, внешний вид мне нравится вообще. Салончики, конечно, не камельфо тут. Вау, ёшкин-ебёшкин, вот это она, бля. Офигенная тачка, но, правда, не заводится. Здесь же по территории ездит такая помощь, короче, которая прикуривает твои автомобили. В общем, вот надо просто дождаться. Открываешь капот и стоишь, ждешь. Но, боюсь, стоять, ждать это долго. Надо их, короче, ловить. GMC Yukon. Офигенная тачка. Мне она нравится. Мягенькая, прям такая вальяжная вся. И очень мощная. На заправках есть душевые, ты можешь приехать, заплатить $14, быстро сходить в душ, выдают тебе чек, номер кабинки душевой, и ты свободно заходишь и принимаешь душ, в течение 5 минут выходишь свежий, комфортный, вообще классно. Душевая кабинка вот так выглядит, есть туалет, душ соответственно. Вот, принял душ и еду дальше. West.
смотрите, какой магазин, все для траков. Вообще тут что только нет. А это второй зал Тракстопа. Здесь можно подстричься вон там, купить сувениры для родных, когда возвращаешься домой. Дальше там можно покушать еще. Вообще огромный-огромный магазин. Просто что только нет. Туалеты, душевые, все, что хотите, ребята, все для дальнобойщиков. Ресторан есть, сейчас пойдем покушаем. Да-да-да, смотрите, сколько значков различных, да, немецкие. А это смотри, какой это, вообще бег какой-то римский. Ну, давай, совет советский есть? У всех полицейских такие значки. Блин, вообще мощь, ребята. Смотрите, какая спалка здесь. Охренеть, блин. Как однокомнатная квартира, блин. Второй свет даже есть. Мощь. Блин, вот эта тачка, ребята, вообще крутая. Ребята, вот и закончился очередной день дальнобойщика в Америке. Последние машины доставили. Завтра с утра нужно будет делать новый пикап. И поедем опять далеко. В общем, такие вот, друзья, дела. Давайте, всех обнял, увидимся, пока.